Всем привет, на связи Руслан Захаркин, канал Захаркин Крипта. Многие спрашивают, как пополнить баланс в BGS холдинге. Ну что же, не буду заставлять вас ждать, давайте посмотрим. Погнали! Итак, коротенький урок, как можно пополнить баланс в проекте BGS холдинг. Давайте сразу перейдем в финансы. Нажмем вкладочку «Пополнить счет». Видите, прямо по центру бац. Вот у нас что предлагается. Скоро будет Visa MasterCard, скоро будет банковский перевод SWIFT. И сейчас у нас доступны Perfect Money и криптовалюты. Интересуют криптовалюты. Бум. И здесь мы набираем тот пакет, который нас интересует. Ну, например, чтобы открыть Binar, нужен пакет в $1300. Окей, нажимаем «Пополнить». Так, отлично. Окей, здесь у нас написано, вот Руслан Захаркин, моя почта. Я вам показываю, как в теории, сейчас я буду тоже со своих кошельков переводить, для того, чтобы вы имели представление, как это можно сделать максимально быстро. Далее что? Вот это у нас наверху курсы, внизу видите, сколько это будет стоить? 6.26 эфир, вот это мы нажимаем. Все зелененьким, видите, или красненьким, я просто без очков не вижу, слепой дурак, ну ничего страшного. Так, нажимаем «Завершить покупку». Так. О, на почту мне что-то пришло. Отлично. Вот, смотрите, мне вот эту вот штуку надо будет оплатить. Хорошо, все очень быстро, хочу вам сказать. Но в течение часа, может быть, все это уже мне придет на баланс, и я пополню свой личный кошелек. Мы вот это вот аккуратненько копируем. Обязательно слово в слово. Нужно проверить раз 20, чтобы ни в коем случае не лохануться на данном этапе. И все. Так, убедитесь, что вы пользуетесь обыкновенной отсылкой, а не контрактный. Да-да-да, хорошо. Все. Либо мы сканируем QR-код, либо мы берем вот это. Отправляем с любого эфириум кошелька, с любой биржи, вообще без проблем. Самое главное, чтобы у вас эфиры были. Вот 6.26 эфира нужно. Ну, 27 сотых, чтобы четко, вот буквально прям тютелька в тютельку вошло, и чтобы у вас 1300 баксов, бэков, как они называются, было на балансе, чтобы никто никого не обманул. Так, и вот временной таймер у вас ровно сутки, чтобы оплатить данный ордер. Вот такая вот история отца Григория. Вот так вот можно пополнить себе свой баланс и здесь как раз уже начать заниматься. Я жду, конечно же, когда будут открыты пакеты, чтобы можно было их взять, потому что сейчас пока что еще нельзя. Я успел зарегистрироваться одним из первых. Вот сейчас буду пополнять свой баланс. Думаю, что я пополню как раз именно на эту сумму. А там поживем увидим. Может быть, я еще один аккаунт создам. Но об этом чуть позже и как-нибудь в следующих видео. А сейчас, дорогие друзья, дорогие коллеги, дорогие зрители, партнеры, как потенциальные, так и действующие, вам нужно принять решение. Либо двигаться вместе, либо двигаться там, где вы есть. Но в любом случае, где бы вы ни находились, самое главное, чтобы вы были успешными. Вот такая вот история. Спасибо за внимание. Коллеги, дорогие друзья, разве это было сложно? Скорее всего, лучше всего заводить через эфиры. Но будут и другие системы, например, Visa, MasterCard, еще одна штука, которую выговорить не могу. Ну и, конечно же, уже сейчас есть Perfect Money. Но Visa и MasterCard, ну, обычно вот эти вот карты наши, да, дебетовки, скорее всего, они будут в самом ближайшем будущем, но пока их нет. Поэтому имеем то, что имеем, и затовариваемся тем, что у нас есть. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, сделайте репост, подпишитесь на мой YouTube-канал Захаркин Крипта, подпишитесь на все мои социальные сети, потому что я тоже там какие-то анонсы делаю. Поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И давайте с вами порассуждаем. Сколько проработает VGS? Да, я, конечно же, все вопросы поднимаю. Как вы думаете, сколько там можно заработать денег? Какие иксы принесет первый месяц? На какие пакеты лично вы готовы инвестировать свои денежные средства? Давайте пообщаемся, потому что общение без обратной связи, оно не бывает. Я ролик снимаю, но комментарии – это то место, где вы можете высказать свое мнение. Самое главное, чтобы оно было аргументированным. Если вы это сделаете, я буду вам весьма признателен. Пока. Энергии огромной пробивной, веры безупречной. Очень люблю вас и уважаю. Надеюсь, что вы тоже понимаете, что диверсификация – это путь к успеху. Я не знаю, сколько проработает проект. Я не знаю, сколько можно здесь заработать. Но я предполагаю, я делаю какую-то стратегию. И, конечно же, я осознаю и возможности, и риски. Поэтому я зашел именно на ту сумму, которую подсознательно не боюсь потерять. И у вас должна быть тоже такая же стратегия. Поэтому видео носит, как обычно, информационный характер. Хотите, можете прислушаться ко мне, хотите, можете не прислушаться. Но самое главное, потом не кусать локти, что вот была возможность, я там не зашел, или была возможность, но зашел или зашла, если вы девушка, но не на тот пакет. Но запомните, всегда можно сделать апгрейд, или всегда можно выйти, если вам что-то не нравится. Вот теперь точно. Пока.